Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вам финал работы над Мерседесом 3000 от фирмы ICM в 35 масштабе. Но прежде чем показать финальную работу, хочу, друзья, порекомендовать вам два интересных канала. Один канал называется «Масштабные модели из картона». Хозяина канала зовут Андрей, и он делает очень интересные модели автомобилей из бумаги. Получаются автомобили довольно неплохо. Даже иногда и не поверишь, что такие модели можно сделать руками из простого картона. Заходите, посмотрите, подписывайтесь. Канал очень интересный. Ну и второй канал, который хочу порекомендовать, называется Best Master Models. Хозяина канала зовут Михаил, и он делает очень интересные запилы моделей из пластика, очень любит газы, эмочки, вообще все по Второй мировой войне. Заходите, друзья, посмотрите, поддержите канал лайком, подпиской, реально классные, здоровские модели. Ссылочки будут на каналы в описании под видео. Так вот, друзья, получился Мерседес. Работой я доволен. Все получилось так, как я и хотел. В конце видео будут фотографии. Там вы сможете рассмотреть модель поподробнее. Собиралось довольно неплохо. Те, кто не видел видео по сборке, предлагаю перейти по плейлисту и посмотреть, как я работал с данной моделью. В принципе, все, что мне не понравилось там, кое-какие косячки, я озвучил в видео. А в целом, работой и моделью очень доволен. Собиралась быстро, без каких-либо трудностей. Очень интересная, красивая модель. Красил красками Tamiya, пачкал химией Wellbrusher'ами АК Интерактив и припылял разными пигментами разных фирм. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Кому интересно, оставайтесь и смотрите фотографии. Если вас вдруг заинтересовала данная модель, приобрести вы ее можете в интернет-магазине «Я моделист». Всех благ вам и вашим близким, друзья!